Считаешь ли ты важным такой предмет, как астрономия, и как его преподают в вашей школе? Я считаю важным этот предмет. Да, у нас преподают его, но не так активно, как должно быть. Астрономия, она нужна нам, очень нужна. В Олимпиаде даже были тоже вопросы отдельные про астрономию. Нужно вести отдельный предмет астрономия, потому что последний раз мы изучали астрономию в 5 классе. На это входило природоведение. У нас в школе его не преподают, но я думаю, что это будет очень интересный и познавательный предмет. Но у нас недостаточный уровень для полного ее изучения. Мы изучали ее 1,5 года, и вот закончили. Сколько звезд в Солнечной системе? 7. 1. Много. Миллиарды. 1. Солнце – это желтый карлик или красный гигант? Красный гигант. Это желтый карлик. Желтый карлик. Красный гигант. Желтый карлик. Скорее всего, это желтый карлик. Назови расположение планет от Солнца. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн. Ой. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Солнце, Меркурий. Что-то еще и Земля. Ясно, не знаю. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Все. Какая планета Солнечной системы самая большая? Юпитер. 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 Когда Юрий Гагарин полетел в космос? Ну, 1961 год. В 1961 году. Не помню. В 1961 году. В апреле 1961 года. 1964-5. Как зовут первую в мире женщину-космонавта? Ну, я фамилии только знаю. Терешкова. Валентина Терешкова. Терешкова. Этого я не знаю. Кто такие Белка и Стрелка? Первые собаки, полетевшие в космос. Две собаки, которые первые полетели в открытый космос. Это первые собаки, которые полетели в космос. Две собаки, которые первые полетели в открытый космос. Это первые собаки, которые полетели в космос. Как ты думаешь, американцы были на Луне? Нет. Да. Мне кажется, нет. Возможно, потому что были сделаны первые фотографии ими в космосе. Мне кажется, нет. Ходит много слухов о том, что они все это смонтировали, но вероятнее всего может быть. Что такое МКС? Это Московская космическая станция. Магнитно-космическая станция, наверное. Московская космическая станция. Международная космическая станция. Как ты думаешь, существуют ли внеземные цивилизации? Мне кажется, да. Я считаю, что это возможно. Этому было много доказательств. Думаю, да. Мне кажется, да.